Здравствуйте. Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов. Можете смотреть во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. На мобильном устройстве можете управлять при помощи гироскопа. Если такая функция не поддерживается, то просто вводите по экрану пальчиком, и видео прокручивается во все стороны. Если вы смотрите на компьютере, то зажимаете левую кнопку мыши, и также видео прокручивается во все стороны. Так, сегодня у нас 13 февраля, город Сочи, Лазаревский район, поселок Лазаревская. Мы с вами вышли на центральную набережную, где стелла. Вы видите стеллу? Это у нас что? Какой-то такой постамент, пьедестал. Наверное, сейчас мы на него поднимемся. Оп. И сможем посмотреть, какой шторм. Сейчас мы видим, что шторм немножко подутих. Он заливает всего лишь пол пляжа. Вы можете посмотреть, какие волны. И там подошли, видно, что до жемчужины всю набережную. Там был песок на всей набережной. Сейчас мы с вами пройдемся. Вот, смотрим вниз, как заливает шторм. Великолепный шторм, такой шторм. Сейчас мы с вами дойдем до причала и посмотрим все это великолепие с причала. Также вы видите белого эскимоса. Это самый лучший педагог в России по английскому языку. Сейчас мы с вами пройдемся до причала. Смотрите, что хочу показать. Видно, где последствия шторма. Шторм, песок и камни у нас достают аж до жемчужины. Видно, что ветки, всякие какие-то листья пенопласта. Вот такое вот у нас после шторма. Шторм успокоился. На самом деле, как видно, волна доставала вот... Сами видите, что творится на самой набережной Лазаревского района. Еще же хочу сказать, что такой шторм у нас бывает каждый год. Каждый год это у нас происходит где-то, ну, зимой. Январь, февраль, март месяц, но в основном это в феврале. Летом такого шторма вы уже можете не застать. Летом почему-то, ну, летом именно таких штормов больших не бывает. Летом бывает в сентябре. В конце августа, в середине сентября бывает шторм, который заливает пол пляжа, такой как сейчас. Но ночью этот шторм доходил вот, собственно, вы видите, вот до сюда, где деревяшки валяются. Давайте сейчас мы с вами пойдем, собственно, по пляжу. Чем мы по набережной идем? Вы сами можете проанализировать, во что превращается пляж в Лазаревской в феврале. Надеюсь, нас не замоет. И мы с вами хотим выйти на центральный причал, чтобы немножко сверху посмотреть, как это выглядит сверху. Так, чайки зато летают. И как видно, это у нас что? Это у нас циклон, который был в Москве. До нас заходит где-то, чтобы до нас дойти, нужно неделю-полторы недели. Температура буквально вчера еще было 20 градусов, а сегодня уже у нас температура 3 градуса тепла. За один день температура упала на 17 градусов за один день, за сутки. Но вчера же было облачно, как бы загорать особо нельзя было, но было довольно-таки тепло. Отопление мы в доме выключали. Вы заодно можете проанализировать. Что-то мне как-то так волна идет, аж непонятно, убегать, не убегать. Вот, как-то тут идти. Вот сколько видно, сколько всего с пляжа, когда была большая волна. Сколько выносило деревяшек, вы можете посмотреть. Видео ведется на панорамную камеру. Проанализировать, сколько всего вымывало. Вот, буквально вы видите все сами. Даже вот тут лежа какой-то вымыло. Так. Лежак. Даже вынесло какой-то лежак здесь. Сколько здесь разных деревяшек валяется. Вы видите, это все последствия этого большого шторма. Ох, обалдеть. Сейчас мы уже практически дошли с вами до... Вот вы видите колесо обозрения в Лазаревском, на центральном парке. Одно из самых высоких колес обозрения. Раньше оно было самое высокое, а теперь в России их стало несколько. Ух. Короче, мороз, плюс 3, ветер фигачит. Мы сейчас идем, где кафе, ресторан «Прибой». Под рестораном «Прибой» тут у нас ангелочки какие-то играют на флейте. Какие-то
какие-то тут с птичками, вы видите, что пляж, вот, смотрим, выход на набережную с ресторана «Прибой». Какая великолепная у нас здесь атмосфера творится. И сейчас мы практически уже дошли до центральной, до... У нас что это? Сейчас вам скажу. Это у нас ротонда. Ротонда такая у нас великолепная. Это какому-то из 1 мая, ну лет 20 назад ее сделали. Эту ротонду видно, что такой ветер, что все скрученное. Все эти навесы скрутили. Они портятся практически каждую зиму. Но если хорошо на них, на ними смотреть, то в принципе они могут немножко дольше прожить. Сейчас мы с вами выходим на центральный причал. Видно, немножко небо распогаживается. Что здесь у нас? Что здесь происходит? Здесь только иголки от сосен. Иголки от сосен. Здесь последствия шторма не видать. Но, опа-на! Что? Ленточка. На пляж, не на пляж, а на причал выходить нельзя. Ну, не знаю, что это ленточка. Какая-то ленточка. Давайте попробуем все-таки под нее подлезть и показать вам реальный шторм. Видно, что шторм поднимался выше причала, и видно, что здесь камушки, которые волна поднималась выше самого причала. Сейчас я камеру немножко подниму, чтобы вы могли сами это все увидеть. Такие шторма у нас бывают в Лазаревском феврале. В принципе, практически все отдыхают в Лазаревском летом. Вы такого шторма никогда не застанете. Только если вы будете отдыхать в феврале. Но в Лазаревском феврале особо нечего делать. Как бы особо живописи нету. Сейчас мы пока ехали из Чемитоклажа в Лазаревскую, видно, что около 10 машин поехало на Красную Поляну. Сверху на багажниках у них были лыжи и сноуборды. Сейчас самый сезон ехать на Красную Поляну, кататься на лыжах или на сноубордах. А такой шторм буквально бывает раз в год, и то в феврале месяце. Ох. Все, до новых встреч, подписывайтесь на канал, еще больше интересных видео. И также, если у вас компьютер не поддерживает видео в формате 360 градусов, у вас плохой интернет или что-то в этом роде, то я эти же видео 360 перемонтирую в плоские видео, в обыкновенные Full HD формата и выкладываю на своем канале Дзен. Ссылка будет в описании. Подписывайся на канал, ставим лайк.